Друзья, всем привет! Наконец-то вышел журнал «Фокус для представителей» к 12-му каталогу. Я с радостью вам готов его представить вашему вниманию. Журнал интересный, есть кое-какие интересные новиночки, поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. Всем приятного просмотра! Итак, прежде чем начну обзор, небольшая информация по журналу. Значит, смотрите, журнал «Фокус» у нас, как и каталог 12, начнет действовать с 5 сентября по 25 сентября. Вот, на обложке у нас журнала представлена новинка. Это главная, наверное, новинка. Очень многие мамочки ее ждут. Это Avon Kea Baby. Но об этой новиночке была информация в предыдущем «Фокусе», поэтому мы будем непосредственно смотреть сам «Фокус». Итак, еще информация тем, кто впервые смотрит данный обзор. Хочу сказать, что фокус у нас исключительно для представителей. Он вкладывается в заказы автоматически всего лишь за 33 тенге. Вы от него можете отказаться, просто удалив его из заказа. И при этом вы можете посмотреть электронную версию или попросить вашего координатора, чтобы вам скинули PDF в формате фокус. Давайте перейдем непосредственно к обзору. Обзор будет, наверное, небольшой, потому что фокус не каталог, он маленький. Так, первая страничка. Здесь компания нам собрала самые интересные предложения 12-го каталога. Ну и обозначили, что какие у нас есть причины, чтобы разместить заказ в каталоге номер 12. Вот, ну, что здесь у нас пишется? Средства для ухода за мамой и малышом. Ну, то есть это о том, о чем мы сейчас начали с вами обзор. Дальше у нас идеи подарки в честь начала учебного года. Как бы там пандемия ни шла, но учеба все равно будет. Какая она будет, еще точно неизвестно. Но она будет. Вот, здесь у нас представлена страничка «Новая ты» и «Новый тренд в макияже». Ну, в принципе, здесь это все. Мы не будем с вами рассматривать, тратить время. Самое интересное, давайте смотреть дальше. Итак, следующая страничка – это комиссионная программа. Как по традиции уже компания нас радует, балует. У нас выходит вот такая замечательная новинка – Rebel Diva. Новый аромат. Мы его уже заказываем, уже можно его сейчас заказать, как в демо-версии. Но в 12-м каталоге, если вы будете заказывать 2 и более аромата, то у вас будет скидка 40%, соответственно, на каждый. Поэтому обратите внимание. Еще смотрите, здесь у нас, значит, ароматы со страницы 33, 37, 40, 42, 46, 12 каталога. Ну, то есть вот эти вот ароматы, которые компания обозначила, можно будет заказать 2 и более со скидкой 40%. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью, потому что это очень хорошая возможность пополнить свой бюджет, дополнительно заработать. Вау! Еще одна комиссионная программа, еще есть ароматы со страницы 60-61, ну, тоже для удобства компании их представила на этой страничке. Тоже заказываем 2 и более аромата и получаем на каждый скидку 40%. Как и в той программе комиссионной, так и в этой, хочу сказать, что ароматы нужно заказывать в одном заказе. Я об этом много раз говорю и не устану повторять. То есть в одном заказе нужно заказать 2 и более, чтобы получить скидку. Причем эта скидка окончательна, она не зависит от величины вашего заказа. Следующая у нас страничка. 60 звездных товаров от Philips. Да, наконец-то настал тот момент, когда мы начинаем участвовать в розыгрыше. Надеюсь, что у нас еще есть время. Сейчас еще 11 каталог. Кто еще не собрал 20 звезд, собирайте, чтобы принять участие в розыгрыше. Вот. Тоже не будем на розыгрыше останавливаться. Думаю, что ближе к самому розыгрышу, если какая-то будет еще информация, я вам, естественно, сообщу. А пока давайте, друзья, собираем все усердно 20 звезд как минимум, чтобы получить подарок гарантированный, да, туалетную воду или сумку, и, соответственно, участвовать еще в розыгрыше таких замечательных подарков. Ой, я бы здесь, знаете, что бы захотел? Аэрогриль. Вот что я хочу. Хочу аэрогриль. Ну, здесь еще одна страничка информационная по звездам. Тоже давайте не будем останавливаться. Надеюсь, что вы уже все, в принципе, знаете. Но кто есть такие люди, все равно, кто впервые смотрит мой обзор. Хочу сказать, что
А если вы впервые смотрите, то у вас сейчас есть возможность в 11-м каталоге собрать 5 звезд или 20. Соответственно, если вы 5 звезд соберете или 20, то в 12-м каталоге вы можете заказать заслуженный подарок. И, как я уже говорил ранее, за 20 звезд вы еще участвуете в розыгрыше товаров Philips. Так, на этой у нас страничке Distillery. Это у нас новая линеечка. Ну, как новая. Запущена она в этом году, в начале года. Здесь я тоже не буду, в принципе, останавливаться. У нас есть даже специально вот такой журнал. Кто его не заказывал, можете заказать. Он стоит 80 тенге. Журнал красочный. Пожалуйста, можно демонстрировать своим клиентам. Вот, хочу сказать, что по этой линеечке сейчас на канале Avon Казахстан, на официальной страничке, регулярно выходят прямые эфиры с нашим специалистом по продуктовой коммуникации Альфией. Смотрите, пожалуйста, прямые эфиры. Альфия очень-очень хорошо рассказывает и тестирует, и показывает всю вот эту вот продукцию, непосредственно Distillery и, соответственно, другие новинки тоже. Вот, ну что, мы довольно быстро, за 5 минут мы пролетели практически весь фокус и вышли, наверное, к самым ярким, как здесь написано, новинкам осени. Это вот такой вот замечательный увлажняющий праймер для лица. У меня очень многие клиенты спрашивают: Алексей, когда? Наконец-то вот он вышел. Вот, жидкие тени, лайнер. Ну, они у нас, по-моему, были? Не знаю. По-моему, были. И вот такая вот тоже новиночка, я уже в Инстаграме публиковал, это тинт кушон для губ и щек. Вот такие вот замечательные новиночки подготовила компания, я не буду вам долго тоже на них останавливаться, зачитывать. Думаю, что вы все скоро получите фокус, может быть, уже кто-то получил, и сами внимательно все прочитаете. Значит, эти новиночки нас уже с вами ждут в 13-м каталоге, я уже посмотрел. Будем заказывать, интересно. Традиционная страничка в фокусе — это страничка с пробниками, то есть пробные образцы можно заказать, как помады, тональные, соответственно, вот есть крема, ну и ароматы. Я всегда в своих таких обзорах говорю: ребята, не жадничайте, заказывайте пробники, особенно ароматы, потому что это небольшое вложение в ваш бизнес, которое окупится. Дарите своим клиентам пробники. Ну, вот хотя бы аромат. 59 тенге стоит аромат. Если ваш клиент заказал на какую-то определенную сумму, вы посчитали по доходу. Сделайте из этого дохода часть вложения вот в такой замечательный вариант. Да? Подарите подарок или помаду, или туалетную водичку. Возможно, что если вы угадаете с запахом или с цветом помады, я уверен, что ваша клиентка вернется к вам обязательно и закажет полноценную версию. У меня это работает не первый год, поэтому я смело вам говорю: дарите пробники своим клиентам. Но если вы не дарите, то хотя бы заказывайте, чтобы вам было легче демонстрировать те же самые ароматы, потому что не все странички ароматизированы в каталоге, но и бывает, что страничка ароматизирована, все равно есть такое небольшое расхождение от самого аромата, поэтому я вот как-то рекомендую заказывать пробники. Вот, в принципе, и все. Еще одна главная новинка 13-го каталога — это новая линеечка Today, Tomorrow, Always Exclusive of Love. Вот такая вот лимитированная коллекция ароматов. Можно уже сейчас заказать по демо-версии. Стоит она 4000 тенге, но я уже подглядел в каталоге. Стоит в каталоге она 5000 тенге, поэтому выгоднее, конечно, будет заказывать в каталоге. Но если вам не терпится, то, пожалуйста, вы можете заказать аромат здесь. Но хочу сказать, что... Это у нас какой журнал? Это у нас 12-й, да? Хочу сказать, что в 11-м каталоге будут пробные образцы всех трех ароматов. Я, естественно, пробные образцы буду заказывать. Пробные образцы, они будут с пульверизатором, поэтому они стоят, по-моему, 200-300 тенге, по-моему.
Да, по-моему, 299 тенге стоит один пробный, но если мы заказываем все три, то будет стоить 700 тенге. Я обязательно буду заказывать и с вами поделюсь своим впечатлением. Вот, дорогие мои, вот такой вот у нас фокус. Хочу сказать по традиции мою оценку этому фокусу. Но мне фокус понравился, мне понравилось то, что есть комиссионная программа, есть очень интересные новинки, поэтому фокус у меня получает семерочку, 7 баллов я ставлю этому журналу, в принципе, он мне очень понравился. На этом у меня все, я жду, конечно же, отзывы от вас, понравился ли вам этот фокус, пишите свои комментарии, пишите свои отзывы, я с удовольствием с вами поспорю. Вот, у меня на этом все. Всем пока-пока. Пока.